Приветствую вас, друзья! Сегодня мы в студии Сергея Лозаковича в программе «Воскресный гость». И вот таким некоторым нашим дуэтом импровизированным мы решили исполнить одну песню из немножечко забытого альбома, назовем его так, «Воспоминания». Дуэт наш Валерий Бессонов и Лиана Антипова. Сегодня мы попытаемся сыграть песню, которая когда-то в юношеские годы начиналась. Начиналась она с тоже одним молодым человеком. Мы тогда были юны, или, правильно сказать, юны, да, мы были очень задорны, писали песни, не заканчивали, все так казалось интересно начинать. Как закончить? Конечно, немножечко не хватало опыта. И вот пришли зрелые годы, и эта песня была найдена, начало ее было найдено и закончено, потому что, ну, вот пришло, наверное, время кое-что завершать и приводить к чему-то правильному, окончанию какому-то правильному, да. В общем, сегодня мы исполним песню, которая называется «Когда к нам приходит любовь». Итак, друзья, вперед! Было у нас с тобой время одно на двоих. Я улыбался тебе, ты думала, я псих. Нет, не псих был я, я очень сильно полюбил тебя. Именно тогда я решил написать тебе стих. Когда к нам приходит любовь, всегда неожиданно так. Кому-то любовь пустяк, влюбленный глупец и дурак. Когда к нам приходит любовь, совсем неожиданно так. И нет драгоценней ее, любовь — это свыше знак. Любить — это значит страдать, чтоб любимость тебя подарить. Она нас научит отдать, чтоб назад получить. Было у нас с тобой место одно на двоих. За партой мы сидели вдвоем, я писал тебе стих. Когда к нам приходит любовь, всегда неожиданно так. Кому-то любовь пустяк, влюбленный глупец или дурак. Когда к нам приходит любовь, совсем неожиданно так. И нет драгоценней ее, любовь — это свыше знак. Было у нас с тобой время одно на двоих. С вами были Валерий Бессонов, Лиана Антипова в программе «Воскресный гость» в студии Сергея Лозаковича. Всего доброго, друзья!